Band Kirsty Kallulaid к 99-й годовщине Дня независимости Эстонии наградит 113 человек знаками отличия. Среди русскоязычных жителей страны к награде представлены директор теннисмейстерской реальной школы Нина Сытник, гребец Андрей Ямс, он был у нас в эфире. Многие уже возмутились тем, что в списке слишком мало русских фамилий. Учитывая то, что выдвинуть кандидата на получение награды может кто угодно до 1 ноября предыдущего года, вероятно, мы просто слишком пассивны, не из кого выбирать. А вот представители госканцелярии призывают выдвигать как можно больше кандидатов к следующему году, когда Эстония будет праздновать 100 лет независимости. И у нас на связи Нина Петровна Сытник, которая в этом году получила президентскую награду. Добрый вечер, уважаемая Нина Петровна. Позвольте вас поздравить также. Добрый вечер, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, что для вас эта награда? Ну, для меня это большая честь получить такую награду. И для меня это очень неожиданно все и очень большое и приятное такое событие. А вы знаете, кто вас выдвинул на эту награду? Нет, не знаю. Мы просто хотели сказать, что это мы выдвинули, но на самом деле не мы. Но мы просто от всей души рады и надеемся, что это не последняя награда, а еще впереди еще их будет очень-очень много. Скажите, пожалуйста, Нина Петровна, вот сразу после того, как стало известно, что в этом году, ну вообще, кто в этом году получит президентскую награду, появилось много комментариев о том, что русскоязычных опять мало. В частности, об этом говорили евродепутат Яна Том и журналист Сергей Степанов. Считаете ли вы, что к награде представлено действительно мало русскоговорящих людей, которые живут в Эстонии? Ну, может быть, действительно могло бы быть и больше, но, наверное, мы сами не очень активны, и русскоязычная община могла бы быть более активной и выдвигать больше своих представителей для получения наград. А вы когда-нибудь сами кого-нибудь выдвигали, например? На городские награды – да, на государственную – нет. Что вам мешает это сделать? Потому что мы тоже провели небольшой опрос, и стало понятно, что довольно небольшое количество людей вообще знают о том, что нужно заполнять определенную форму. И, в общем, предлагать тех людей, которых они считают достойными. Ну, наверное, я даже не знаю, что мешает, не мешает, а просто не додумались до этого. Спасибо большое. Еще раз мы вас поздравляем с этой наградой.